Здравствуйте, меня зовут Александр Ивлев. Я помогаю людям с помощью внушения в состоянии гипноза. Очень многие люди думают, что гипноз – это какая-то особенная сила, а может быть, какое-то, может быть, состояние, которое может вот специальный такой человек, гипнотизер, навести и создать. И вы ничего не сможете сделать, если вы попадаете в сети такого вот наведения. Конечно же, это своего рода сознание каменного века, потому что ничего подобного не происходит и не может быть. Гипноз, прежде всего, это состояние повышенной внушаемости. Это состояние достигается очень просто. Если вы настроены избавиться от какого-то состояния нервозности, повышенной тревоги, если вы искали гипнотерапевта, нашли его, то ожидайте прежде всего работы совместной. То есть с вашей стороны тоже требуется участие. В течение сеанса вы должны быть настроены на благополучный исход сеанса, ожидать успеха, потому что, прежде всего, дело не в гипнозе, а в вашем желании избавиться от повышенной тревоги, от напряжения, от плохих мыслей, от вашего горячего участия в форме, ну, прежде всего, послушание, следование инструкциям, выполнение простых просьб гипнотерапевта. Например, я помню, кто-то не мог долго расслабиться, кто-то пытался, ну, что ли, противостоять моим внушениям. Это неправильно, потому что гипноза, такого, как его нарисовали в фильмах или в книгах, не существует. И бояться тут нечего. Бояться можно только самого себя, своих мыслей. И прежде всего, если вы решили попробовать гипноз, найдите хорошего профессионального гипнотерапевта, специалиста в своей области. И если вы чувствуете себя во время консультации с ним или с ней хорошо, тогда есть смысл делать appointment. Потому что если вы боитесь специалиста по гипнозу, то нет смысла проводить сеанс. Это будет просто мучение, потому что гипноза как такового не существует, а есть состояние повышенной внушаемости. В этом состоянии можно избавляться от проблем, таких как тревога, напряжение, нервное переутомление. Можно избавляться от плохих привычек, таких как курение, binge-eating, так называемое переедание, или, может быть, неумеренное потребление алкоголя. Каждый из вас знает, зачем он ищет гипнотерапевта или гипнотиста, и поэтому всегда помните, вы ищете не гипноз, вы ищете решение проблемы с помощью внушения в гипнозе. Это большая разница. Потому что, когда мне бывает звонят и спрашивают, а вы можете вот past life regression сделать? Я отвечаю вопросом, а зачем вам это нужно? Кто вам сказал, что ваша проблема решаемая с помощью past life regression? И обычно люди начинают говорить, ну, там я видела или видел, читала, читал, что вот помогает. Забудьте, все это ерунда, все это не имеет никакого значения, а имеет лишь одно и главное значение. Вы ищете решение проблемы. Вы ищете гипнотиста, специалиста по внушениям в гипнозе. Он или она, этот специалист, знают, какие техники применять, как решать проблемы.
Если вы доверяете, чувствуете себя хорошо во время консультации, то сеанс тоже будет удачным. Ваша проблема будет решена за один ли сеанс, за два сеанса, неважно. Важно, что вы настроены на успех. Это залог вашего успеха. Это foundation, если так можно выразиться, фундамент успеха, решения вашей проблемы. Если у вас есть вопросы ко мне, пожалуйста, я буду рад ответить. Обращайтесь ко мне, звоните для бесплатной консультации. Меня зовут Александр Ивлев. Я помогаю людям с помощью внушения в гипнозе.